Дорогие друзья, у Юли нашей взломали Facebook, Instagram аккаунты, и не получилось их восстановить, поэтому она создала новые профили, новые аккаунты. И, пожалуйста, если вы захотите с Юлей связаться, пожалуйста, следите за ее сообщениями, она всегда оставляет в начале комментариев новые адреса. Это да. Очень важно. Если вы будете связываться по старым адресам, вы до нее не достучитесь. Да. Julia.ruflorida. Теперь мой новый Instagram. Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, ваш риэлтор в Центральной Флориде, то есть город Орландо и его пригороды. Есть клиент из Калифорнии, который собирается купить инвестицию в short-term rental, то есть сдачу на короткий срок туристам в Орландо. Мы нашли эти объекты в самом лучшем расположении к паркам Диснея. Это как раз те места, где селятся туристы. Чем ближе к паркам, тем лучше прибыль, так сказать. Ну, естественно, очень много зависит от того, сколько комьюнити лет, насколько оно ухоженное. Ну, давайте начнем с первого объекта. Этот объект, это таунхаус, находится в комьюнити, который называется Лукая. Это буквально в 10 минутах езды до Дисней парков, до Universal Studios минут 20 езды. В общем, в принципе, находится в сердце вот этого бизнеса, где проходит short-term rental, сдача на короткий срок. Очень популярный район у туристов. Лукая очень ухоженный комьюнити. Мы уже посмотрели клабхаус, бассейн. Юля для вас это все сняла. Очень ухоженный комьюнити, очень все чистенько. На въезде в комьюнити ворота с охраной. Вернее, ну как бы не с живым охранником, но они через домофон общаются, чтобы вас пустить. Мы так посмотрели, занятость большая, очень много туристов, много машин. Даже, в принципе, половина из них уже должно быть в парках, но, видимо, что занятость очень большая. Это место разрешено районам, регионам под короткую сдачу. Это комьюнити было специально построено под короткую сдачу. Ну ладно, много говорю о комьюнити, давайте расскажем про этот таунхаус. Цена 260 тысяч, 3 спальни, 2 ванных, 2014 года постройки, это не старый, это... Мы считаем это молодым комьюнити. Площадь дома 1300 квадратных фит, что в переводе на метраж 120 квадратных метров. HOA в месяц $500. Конечно, все скажут, вот вы с ума сошли, так дорого, но, к сожалению, или к счастью, те комьюнити, где разрешено аренда на короткую сдачу, short-term rentals, там всегда и везде будут повышенные HOA. Понятно. Ну вот посмотрите, одно дело HOA, где люди живут или на год, или сам хозяин живет. Опять-таки вот это обслуживание бассейна, да, то есть оно происходит реже. Здесь, когда туристы постоянно меняются, у них больше затрат на все. Здесь больше удобств, бассейны, площадки, теннисные корты. То есть это все входит в HOA. Плюс в этот HOA входит, кажется, это нужно будет, я уже проверю с агентом, но здесь написано в листинге, что входит и интернет, и ТВ, кабельное ТВ. А, да-да-да, кстати, скорее всего. Давайте посмотрим, что нас ожидает внутри. Мы с Юлей еще пока не были внутри. Да, давайте так что посмотрим. Сейчас все вместе пройдемся и посмотрим, что это за такое. Так, заходим. И сразу. Этот таунхаус продается уже меблированный и готов буквально на следующий день после закрытия готов к бизнесу. К сдаче. К сдаче, да. То есть можно сразу даже уже начинать искать следующих потенциальных клиентов, туристов. Так.
Так, это у нас обеденная зона. Да? Обеденная зона. Угу. Хорошо, в принципе, распланировано. Вот это, как назвать зону отдыха? Гостиная. Гостиная, да? То есть все угу. вот это, даже декорации, это все идет с продажи. А, то есть мебель здесь включена, мебель да? Включена, полностью все. Меблированная. Угу. И кухня, и посуда, и мебель. И даже телевизоры. И телевизоры. Вау. То есть продается вот все, что вы видите здесь. Как есть, как говорится. Это очень удобно на самом деле, потому что если покупать похожие объекты без мебели, угу. то сейчас мебель, честно говоря, сложно. Да, да, вообще сейчас все уже сложно. Ожидание даже одного дивана 4-6 месяцев. То есть вот так вот обставить, как вот мы сейчас видим, на это уйдет очень много времени. И денег. И денег, да. А вот в этом случае вы уже можете просто, ну, мой клиент, не вы, может быть, и вы, в таком случае можно уже сразу начинать бизнес и возвращать себе деньги на затраты, на покупку. Отлично. Кухонка такая небольшая, но так как это, да, это short-term rent, то есть здесь, в принципе, людям не обязательно иметь большую таки кухню, правильно? Ну, конечно, здесь, ну что, ну может быть завтрак готовят люди на ужин. Вполне себе. Они ходят в рестораны. Полноценная плита, большой холодильник, все есть. Правильно? Интересно, посудомойка есть здесь? Да, даже посудомойка. Да, посудомойка. На маленьких кухнях иногда бывает не ставят. Так, а мы проходим в первую спальню. Одна спальня на первом этаже, две на втором. Так, спаленка такая. Это тоже получается хозяйская спальня по размеру. Так, хозяйская ванная. По размеру хозяйская ванная. Угу. Так, здесь две раковины. Что у нас здесь? Гардеробная. Гардеробная вот такая небольшая. А здесь даже, я бы сказала, кладовочка. Это даже. Ну, и гардеробная. Короче, все совмещено. Здесь, посмотри, уже все готово для следующих туристов, следующих арендаторов. Да, да. Видишь, все уже санитаризировано. Да. То есть здесь все даже, что на стенах висит, все остается, да, правильно? Да, все остается. Все декорации. Понятно. Так, следующий идем. Что у нас здесь? Ага. Так, здесь полочки у нас. Тоже кладовочка. Хорошая кладовочка. Так, дальше. А здесь у нас что? Здесь, возможно, кондиционер. Я еще не открывала дверь. Это надо нагреватель. Хорошо, я ошиблась. Искать кондиционер. Да, может быть, он на втором этаже. Что, поднимаемся, да? Да, поднимаемся. Все, идем на втором этаж. Так, на полу здесь ковролин. Это чтобы гости, если упадут, чтобы не больно упали. Так, вот, куда мы проходим? Давайте, так, это здесь вторая. Две небольшие спальни. Вторая спаленка. Ну, слушай, но тем не менее, небольшая, а вместилась. Посмотри, они поставили две кровати, чтобы была возможность поселить большее количество людей. То есть уже здесь два человека, а может быть, даже четыре ребенка, ну правда, да. Или родители с детьми, ну да, так, например, да. Да? В принципе. Вот все уже готово, полотенчики. Пожалуйста, заселяйтесь. Нет, даже я бы не сказала, что маленькая, потому что, смотри, все вместилось очень даже хорошо. А, вот здесь king size уже. А вот здесь смотри, как они сделали. В принципе, можно оборудовать так же, как и другая комната. Видишь, вот эти две кровати, они просто совмещены. Их также можно расставить. Если что, да. А хотя бы, знаешь. А вот здесь вот не расставишь, да? Да, я посмотрела на... Не, но все равно хорошо. То есть есть вариант, можете сменить кровать, если хотите, чтобы больше людей. Или можно поставить, например, bunk beds, они называются, одна над другой. Для детей. Так, ну здесь вот такие небольшие у нас есть гардеробные. Так, вид здесь на соседей. Так, идем дальше. А, вот кондиционер. Здесь кондиционер. Точно кондиционер. Вот он. Потому что такая дверь. Вот эту ванную две спальни делят между собой. Так.
О, слушай, тоже хорошо, две раковины. Две раковины. Да. Все часы так, да, все аккуратненько, хорошо, прилично. Шкафчики с доводчиками. Кстати, да, отличная работа. Да, да, да. Так, ну все, мы здесь все посмотрели, правильно? Ну что ж, дорогие друзья, мы посмотрели таунхаус. Я бы поставила 4 с плюсом, наверное. Я бы тоже. Да? Неплохой. Очень милый. Немножко мне показалось, что он темноват. Ну, возможно, это потому, что солнце еще не в том зените. Да, 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 кстати. Да, то есть, возможно, солнце, как бы, оно, ну, я его сейчас не вижу здесь. А так, в принципе, знаете, то, что темно, иногда это даже хорошо, это экономит на кондиционере. Ну, вообще, я так уже по опыту могу сказать, что у таунхаусов из-за их строения, то, что они немножечко всегда обычно вытянуты и пеналом идут, и с боков, в принципе, света невозможно поставить окна, так как там соседи, да, то из-за этого они все темноватые. Да, кстати, вообще, просто. Хороший пунктик. Да. Такое вот замечание. Но как инвестиция, я считаю, это отличная. Как инвестиция, мне понравилось. Есть у тебя еще какие-то вопросы? Что-то да, давай побольше расскажем про HOA, что туда входит. Все-таки $500, да? Я заметила, здесь хороший бассейн есть, да? Да, и здесь, естественно, входят все вот эти удобства, услуги, я не знаю, развлечения, да? Бассейн, спа, очень хороший клабхаус, кстати, очень такой аккуратненький. Милый, да. Милый. В клабхаусе есть даже барбер, это парикмахер, да, так сказать. Ну, естественно, это не входит в услуги HOA, но уже как бы на территории комьюнити можно далеко не ехать и привести себя в порядок. Детская, я видела. Есть там детская, фитнес-комната. Пусть небольшая, но она есть. Площадки детские есть. Да-да-да. Кафешечку я видела. Кафешечка, ну, да. Какое, знаешь, купить напитки, посидеть. Да. Купить. И даже перекусить там есть, что купить. Снаки, да. Да. И еще есть зона барбекю. Да-да-да. Зона да, да, отдыха. Да. Можно просто со своим мясом туда прийти и пожарить мясо. И столы там есть, и барная стойка, то есть такая, можно сказать, полноценная летняя кухня под навесом. Намного человек. Также я говорила, приятно, что входит интернет. Ранее говорила интернет и кабельное ТВ. Ну, честно говоря, сейчас очень мало кто кабельное ТВ смотрит. Все тем не менее, слушай, ну, даже интернет... Ну, новости, по крайней мере, какие-то посмотреть, да. Да, то есть, кабельное это ТВ. Уже $80 вы отдельно платите. То есть убавляйте эту стоимость. Вывоз, да, мусора тоже входит в HOA. И, в принципе, все, уход за всем комьюнити, это тоже HOA. И gated комьюнити сразу прибавляется. Сразу прибавляется. Так что мы считаем, хорошая цена. Но опять-таки, я уже озвучивала это, что в тех комьюнити, где разрешен short-term rental, которые зонированы под это, всегда будет HOA выше, чем, например, соседняя комьюнити, где только разрешена аренда на 12 месяцев. Вот так заведено, мы этого исправить не сможем. Комьюнити, где я живу, там апартаменты, конечно, да, но там... Сколько у вас HOA? У нас за 3 бедрума, как здесь, стоит практически под $600. Вот так. Даже выше. Срок, там аренда на долгий срок. Ну, у нас считается высокие HOA вообще просто, да, по Метровест. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, у нас не шотом, а выше. Если сравнивать, тогда здесь даже дешево получается. Да, да, то есть это недорого, имейте в виду, в принципе. Ну что ж, поехали к другому объекту. Увидимся там. Пока-пока.